Всем доброе утро. Время у нас 8. Я, правда, в 6 встала. Засыпаю вместе с Софийкой. Помыла посуду, которая оставалась с ужина. Все устали, немножко не домыли, но я руками все помыла. Сейчас разберу посудомойку. А также, знаете, вот вчера вроде, да, все пропылесосили, полы помыли. Я утром встала, но ходить невозможно. Подмела все веником, чтобы никого не разбудить. Тут мои тапочки стоят. Веником все подмела. Полотенце сменила тоже. Обычно я вечером меняю везде полотенце. Но нам приходится менять 2 раза в день. Где-то утром или вечером в обед. Тоже все чистенько. Колер не стали добавлять. Сегодня уже будем тут все обратно развешивать и заносить. Сейчас посуду разберу, Софийке кашу сварю и уже буду ждать, когда все проснутся. У нас вроде как дожди закончились. На завтра там чуть-чуть, может быть, даже не будет. Но прям солнечно на улице, хорошо-хорошо. Да, Стеша, хорошо. Снимаю я на Васин телефон. И вот видео вышло, которое на улице дети играют. Я тоже снимала на Васин телефон. Поэтому такая картинка была яркая. Почему сегодня снимаю на Васин телефон? Камера не может Вася почистить. Она вот вся забитая, прям там аж красная горит. И что-то никак. Пытался вчера, что-то не смог ее почистить. Если все получится, то значит буду дальше снимать на камеру. А сейчас с утра взяла Васин телефон. Да, Стеша? Телефон взяла? Папкин? В общем, на улице красотень. Красотень. Ладненько, буду делами заниматься. Посудомойку разберу. И кашу сварю. Настя съездила, привезла мне помощницу маленькую. Сейчас пока Настена открывает. Свалки забрали. Да. Эйзи Клин. Вы все знаете, что мне очень нравится этот производитель. У нас есть и отбеливатель, ну, в смысле, что кислородный очиститель. Потом, стирки. Да, гель для стирки. Гель для мытья посуды. Да, и я там же на Валберес нашла вот такую швабру. Зачем она мне нужна? Но иногда нужно помыть... Срочно помыть. Да, дайте протереть. Да, например, кухню. Вот кухня, мы вчера только все попылесосили, все помыли. А видите, детей много, где-то что-то капает, да. Короче, она вот такая, смотрела, тут есть даже отверстие для слива воды. Круто. Не надо там ее переворачивать, что-то это. Здесь 2 отсека. Один для отжима и один для грязи убирать. Угу. На 12 литров он идет. И... Вот. Вот такая трубка телескопическая, 1,5 метра. Кстати, ей можно мыть не только полы, можно даже ее мыть окна, потому что она длинная, под любой раз подстраиваться, не надо постоянно наклоняться, маникюр не портить, воду руки не опускаешь, потому что она, я же говорю, намочил ее, отжал, все. Потом отлепил это, постирал и обратно прилепил. И еще есть в комплекте вот такой шкребок. Скребок. Ну, скребок. Это для того, чтобы убирать шерсть, волосы, как вот у нас волосы в основном. Волосы с щетки. Опять же, чтобы это руками не ковырять, да, вот придумали вот такую штуку. Угу. Я, между прочим, видела очень многих блогеров, которые снимают мотивацию на уборку. И мне так это нравилось. Чик-чик, раз и все. Очень удобно и быстро. Сейчас мы соберем и покажем вам.
Кстати, я вот тоже себе хочу такого плана, эту шрабу себе, потому что вот у меня есть, как у тебя вот та с этими волосами вот этими, поняла? Она не очень удобная, знаешь почему? Они не высыхают. Вот ты помыл полы, да? Вот ладно, ты можешь на улицу сюда понести. А мне где ее выносить? И она все время мокрая. А эта тоненькая, видишь, ее на батарейку кину и все. Да и она и так высохнет, тоненькая. Либо вот, ну, сейчас отопление включили в квартирах, когда у меня в ванной есть электрическая вот эта вот полотенцесушитель, да. Да. Ручка такая тут светит. Угу. Вот, посмотрите, и секли. Как ей пользоваться, тут все написано. Как правильно надеть тряпку, написано. Как правильно крышку поставить. Регулировать, использовать скребок. И вот тут наши контакты. Я брала на Валберес, потому что сейчас не только мы, конечно, но практически все пользуются Валбересом. Это очень удобно. Не надо бегать, искать по магазинам, где я покупала. Я вам ссылку оставлю под видео. И вы сможете такую же заказать, потому что это очень удобная вещь. Для быстрой уборки. Вот для быстрой. Сейчас же надо помыть, протереть. Или те же окна мыть где-нибудь. Все, воду мы набрали. Набрали вот сюда в первый отсек. Здесь подписано, что здесь вода, а здесь отжим. Еще что очень удобно. Под ведром. Оно такое мягкое. Я ванну поставила, там ничего не царапается. Прям мне очень понравилось. Да, поэтому вот мы наливаем, можно добавить средства сейчас. Мочим. С этой стороны отжимаем. Даже руками прикасаться не надо. И вот у нас дети, например, развели чай. Все, раз, мы собрали. Также очень удобно, что швабра крутится на 360. То есть все такие вот места, вот закрепляли под холодильником, она залезет спокойно. Да, вот здесь вот тоже, видите, как? Раз. Не надо ничего отодвигать, а то у нас целая проблема, блин. Все это вытащить. Все углы. Видите, она удобно, что квадратная. Вот, крутится как хочешь. Угу. И все. Потом мы опять так же намочили ее, поджали, сняли и просушили все. Да. Еще раз повторю. Артикул, ну и вообще ссылку, где можно заказать такую замечательную швабру. От Easy Clean. Кстати, можно еще дополнительные насадки. Смотрите, вот здесь прямо на ней есть QR-код. Дополнительные насадки можно заказать. Да, это очень удобно, что не надо будет искать. В общем, все вам оставим под видео. Ой, это София, иди одевайся. Стоит тут в трусиках. Вот камера. Вася с каждым раз с трудом ее чистит. Никак не получается. Где твои штаны? Попробуй. Еще стилуса, наверное, ни одного нету. Ой, тут все подряд. Давай-давай, одевайся. Смотри, девчонки, что настроили. У здесь будут краски. Здесь чебурашка, мишка. Вот. Здесь спина, здесь рукоруб, здесь краска, здесь пошик. А там всякие игрушки. А здесь большая. Как будто это забор. Как будто забор? Да. Вот, смотри, какая теперь нарядная, красивая девочка. Вот так. И... Во. Строят все. Алишка спит, вся сбилась постельная. Так, девчоночки у меня снимают постельное сегодня. Умницы, красавицы. Настен, у Дарины тоже. Спрашивают про Дарину. У Дарины все хорошо.
Вот, конечно, мы переписываемся 150 раз на дню. Она молодец, все рассказывает. У нее там прекрасные новости. Говорить не буду, потому что опять начнется. Вот. Ну, что ты на нее завалилась? Устает. И а то опять скажут, вот она вам рассказала, а вы тут на всеобщее выставляете. В общем, не буду. Но знаете что, у Дарины все хорошо. Очень жалко, конечно, что скоро у нее все это закончится, потому что уже домой поедет. Софийку я покормила уже. Каша еще осталась. Сейчас холодильник уберу, на завтра будет. Я тут думаю, ну вот зачем ты ее повезешь? Если хочешь, сама езжай. А мне... Я утром поеду, вас, я не буду одна ночевать. Тогда от нас езди. Вот, ну что ты ее увезешь в четверг обратно, потому что в пятницу мы уже за Дариной поедем. Опять ей стресс, опять орать, во-первых. Во-вторых, там у вас такая холодина, а она опять заболеет. Ну, мне как наоборот лучше. В смысле? Если она заболеет. Да я сегодня, я встала в 6 утра, думаю, не пущу. Пусть у нас будет. Но я не буду там одна ночевать, я от вас поеду. Ну, конечно, езди от нас на уроки. Ну, а Софийку пусть у нас будет. Я говорю, в четверг обратно, потому что в пятницу мы с отцом... А дела у вас? Какие у нас дела? Ну, папка на улице, я дома с ней. Она что, маленькая, что ли? Она прекрасно себя ведет, сядет тут, я готовлю. Ну, ничего такого тут нет. За справкой только единственное, нам завтра сходить. Так, за справкой к 3 часам ты уже давным-давно вернешься. Что ничего, все нормально. Поэтому пусть у нас будет. Не пущу ее. Я не могу смотреть, как она плачет, когда уезжать надо. Я вот так думаю, ну что она там будет делать в этой холодине? Короче, все. Ребенка я не даю. Пусть у нас будет все. Алишенька. Да, Алишенька. Ты когда встанешь, постельное тоже смени, ладно? Стой! Мама, мам! А Дарина приедет 11 дней, будешь как уходить? Уже спали. Я не знаю, как вы так спали, вон простынь лежит. Вчера никто, они не доселили, я, главное, уже ушла, а то мы еще с Даринкой на кухне сидела, по телефону там разговаривали. Ну ладно. Мам, она что-то мы сериал смотрели. А мы вчера, когда? Алина позавчера приехала, да? Мы смотрели этот. Не, бабушка не пустит. Пускай у меня будет. Ты у папы останешься? Да. А в садик? Успеет находиться. Тепло станет тогда. Да, что попало? Пусть маленечко побудет. Ничего страшного. Да. Ты за меня практику проходить будешь. Встанешь пораньше, да уедешь. Ничего страшного, потом вернешься. Ой, как они домик придумали. Молодцы. Папочка почистил? Никак. Она не чистится так. Мы пробовали. Да, прям самой камеры. А там уже все забито, там некуда снимать. А если флешку снимешь? Не знаю, сейчас будет. Сейчас будет думать, как что делать. Между прочим, опять вот я не помню. Я снимала, снимала. Может быть, я даже камеру не включила. Все меняют постельное. Настя тут девчонкам помогает. Вот хорошо, удобно, когда... Ой... Комплекты идут сразу с простынями на резинках. Угу. Прям удобно. Ну, сюда нам не надо. Тут просто обычный диван. Василий Владимирович завтра готовит. А мы сегодня с Настей встали. Настя говорит,
Похоже, как на общественный туалет. Папка обиделся. Белил, говорит, что вам не нравится? Ой, сколько стирки у меня сегодня опять. А что я одна сложила? Ну ладно, пусть лежит. Но опять же, я не люблю, когда мы сразу всем скопом меняем. Ну, единственное, что на моем диване не меняем, и у папки. Я меняла его буквально на днях. Итак. Ну. Все на улице гуляют. Где София? Болтается там. Утром я снимала на Васин телефон, а сейчас где-то Васи нету, где-то на улице. Во дворе я снимаю на свой телефон. Вася все-таки ему удалось почистить, не знаю как, камеру. В общем, хочу предупредить, что... Мам, на улице потеплело. Угу. Что дальше я буду снимать на камеру. Поэтому звук убавляйте, да, убавляйте звук. У нас где-то плюс 15, наверное, но вечерок прохладный. Поэтому в кофтах и в это, ветровках. Я сама в куртке. Две козочки мои сидят. Козочки. Я сейчас буду лайк снимать. Лайк? Я съела эту штуку, она чиста. Купили глазик и вот такой, две. Тихо. Я не поняла, откуда у вас это? Да нет. А что вам... А, папа же вам деньги раздал, Том, да? Да, пожалуйста, да. Правильно пишут. Сильно балованные. Нет. Мам, я буду пробовать плюсную конфетку. Угу. В общем, дорогие мои, дальше будет съемка на камеру. Звук убавляйте, да, убавляйте. Ой, не туда снимаю, даже не вижу, что я снимаю.